Рыцарь. О, кстати, прикольно звучит. А, ну у него модификатор скорости атаки ослабленный, жесть. Плюс параметр урона в ближнем бою за каждый... За каждую броню. Все-таки зря я врагов настакивал. Было бы меньше врагов, я бы справился. Во всем виноват Джаффин Хелли. А, понятно. Меч, наверное, лучшее оружие. Щит клевый был. До тех пор, пока он не стал саппортным оружием. Средневековая Д. Подожди, а Д это что? Это не поддержка, ладно. Древко. Да, дробящая, все, я понял. Ну, короче, я предлагаю меч. Меч топ, погнали. Нужно 6 легендарных мечей. Оно еще и острое, острое будет урон тоже в ближнем бою к кражу жизни давать, еще отлично. А у него уменьшена удача или что? А, то можно использовать только оружие 2 уровня и выше, да? Джон? Конечно, крутая механика у меча, эти удары. Можно броню, пожалуйста? Блин, сбор у него уменьшен. Давай тогда... Просто процентный урон тоже брать. What? Ну, а, кстати, будет клёвый, но я лучше в мечах все-таки посижу. Вообще не одна пила звучит очень круто. У тебя всегда... дают все. Щит и меч! Ей! Один легендарный щит тоже, кстати, хорошо, потому что он будет отталкивать в том числе этих. Так что надо идти и в это, и в это. Я думаю, что это 5 мечей и что-нибудь типа один щит. Посмотрим, на самом деле, что в лейте будет больше дамажить. Скорее всего, мечи. Ну, броня, ура. Каждая единичка, да? Плюс 2 за каждый один брони, да, жестко. Крит-удар. Удар нужен будет. В любом случае. Х2 урон, кстати. Х2 это мало. Ножницы тоже неплохо, но... Ну нет, не хочу брать. Удача нужна. Почему нет средневекового стихийного оружия? Или есть? По-моему, нету. По факту рыцарю просто надо кузницу найти, да? Что-то типа минус... А, минус модификатор скорости атаки. Их все равно придется скачать когда-нибудь. Вот, это сильно. Что-то все дорогое какое-то, рыцарь. Что такое дорогой?
дерево я уже не успею сломать. Процент урона берем. Скорость атаки, которая на нем отстойно работает. Удачу возьмем. Щит точно не турнирное копье. Еще щиты. Давай закрепим. Как-то из-за того, что гарантированно падают синие оружки в магазине, так легко собрать, это оказывается его. Мне бы 10 щупалец в эйдгейме затащит, наверное, в бесконечном режиме. Ну, самое важное ему кузница, конечно, это не только броня, но еще и урон в миле, бесконечно скейлящийся. Если получится. За кого заход? Это рыцарь. Лыцаль. Много с ним не дороже, нет? Блин, острый соус в эндгейме должен быть норм. Не очень хочется отталкивания за вампир потерять. Честно говоря, не уверен. Ну, 3 макс хп за... Да. 4 вампирки. Наверное, да. Не, пока не буду. Банально. Надо в урон выходить. Ну, что сейчас больше бьет? 29-50. КД восстановление... еще и медленней. Не-не, меч чуть-чуть медленней, но... Ну, что там скейл от этого растет? От брони с левелапом, поэтому... Показывай, насколько хороши легендарные мечи, поэтому... Dungeon Master Indeed. Взрыв с супер маленьким радиусом. Ёжик, ну, халява можно взять. Взрывной урон тоже халяву можно взять. Немного удачи, инженерия. Криты. Меч. Броня инженерия звучит отстойно, сейчас минуту. Пойду уж. Снова у тебя что-то вкусненькое. Это да. Нихера себе щупалец насыпает. Это клево. Сколько их максимум? 5. А, ну 100% шанс восстановить при убийстве. Притом жестко. Поехали. Очень хорошо вырезаем эту волну вообще прям. Рызочная. Ну, как всегда, наверное, самой сложной волной будет волна с, для милишника, волна с мелкими, которые стреляют. Блин, у меня удачи, кстати, уже много. Хорошо.
коробочки просто так падают. Берем. Оу, на восьмой волне сразу приманка. Ну давай попробуем. Процентный урон, хорошо. Скорость атаки, которая очень слабо скейлится, но нужна все равно. Дальность. Я могу попробовать. Ну, скорее всего, конечно, идея так себе. Будем ходить под шагами. Блин, под шагами всегда сложно, конечно. Но это слишком много value для рыцаря, чтобы пропускать 8 брони одним предметом. Типа, это что вообще такое? Главное, поджигающая турель. Типа, ладно. Блин, скорость атаки надо, но... понимаю, насколько это слабо. Может быть, на самом деле даже просто кражу жизни взять. Сразу возьму вот это и вот это. Молот, молот, отстой. А может, нет. Ну, меч. Опа, генератор энергии. Наш процентный урон на будущее, да? С другой стороны, процентный урон, это значит, что я не смогу взять диван. Это взаимоисключающие друг друга леги, а диван звучит чуть-чуть посильнее, наверное. Для супер бронированного этого. Не, я думаю, что раз шансы найти диван каковы, да? А урон есть урон. Он уже пришел, и мы уже можем его взять. Да. 459, хорошая цифра, расходники. Скорость атаки, процентный урон нам теперь вообще не нужен. Нам теперь нужна скорость бега. Скорость инженерия. И, наверное, нет. Хамелеон в неподвижности! Май. Я думаю, что тоже берем. Я, честно говоря, увеличу количество врагов. Инженерия за каждую стихийку. Не, спасибо. Макс АП немножко, да. И это все, да? Это все, что я могу купить. Ну, короче, довольно неподвижный урон получается. Скорость бега как раз можно будет потом под шаги делать. Будто брони мало, 19. КП на самом деле мало, а не брони. Поэтому одна тычка так больно ощущается. Плитки. На самом деле добавил плюс 5% врагов, и кажется, это очень сильно стало ощущаться. Тут бы был какая-то инфа, короче, о том. Была броня плюс один. Ну,
о том, сколько он наспамил, сколько мы с этого денег в итоге получили. Блин, удача, это круто. У нас сейчас элитка, надо усилиться по максимуму. Не буду эту удачу брать. Щит возьму. Кожаный жилет возьму. Ну и, видимо, все. Кто ты? Жаль. Почти. О, есть. Кузница, пожалуйста. Очень прошу. Умоляю, кузница. Это будет супер крутой забег за рыцарем в бесконечный режим. Эх, ну ладно, кого-то ты убьешь. Ладно, дадут гринт, мог бы быть и гринт, но дали картошку. 3 брони, хорошо. Alright. Минус дальность, плюс дальность. Опа, ну это мой последний, я на самом деле один легендарный щит хочу просто и все. Бьет по 83, то есть меньше, чем меч. Халявная картошка, все статы. Нужна помощь сообщества, несмотря на то, что это... довольно слабый итем на рыцаря. Я теперь выгляжу как картошка, я весь желтый. Яйцо превратилось в картошку. Благодаря итому. Я раньше этого не замечал. Может быть, раньше этого и не было, но что к счастью, наверное. Наверное, не было, да. Минус броня за уклонение. Не, вот это прям отстой сейчас. Плюс броня и уклонение звучит отлично. Я готов брать еще одну мышь. Это вторая мышь. А, это первая мышь, подождите. А у меня мышь в прошлом забеге, да, была или что-то такое? Вроде да. Это вот детектор. Кстати, очень нужно хп, но увеличивать скорость врагов. Звучит как луз в бомбере. Блин, так давно острова не ел. Хлопеньо. Я думаю, что всегда металлодетектор для бесконечного режима прям must have, да. Кровь жизни не хочу брать, а вот с 6% урона. Блин, вообще на самом деле лучше даже так сделала. Урона почти в 2 раза больше, чем брони. 26 на 50, вот. Это стоя на месте, да. Кстати, мне всего лишь 10 уклона осталось, получается. Но опять же, это только стоя на месте. Thank you.
Артём одна из самых сложных элиток вроде как убита. Блин, а что если количество врагов не увеличивает количество выпадаемых с них материалов? Что если дополнительные враги, которые спавнятся, нам не дают материала? Что за трек на фоне имба? Этот трек из игры. О, плюс 10 скорости атаки. Нормально. Процентный урон. Фу-фу-фу. Окей, окей, окей. Мамонт. 15 милишки. Это 7 блока. Минус чуть-чуть скорости, которая процентный урон заберет. И минус просто процентный урон за самого мамонта. Честно говоря, я думаю, что для меня это ошибка брать его. Мы милишку накачиваем броней. Нам не милишка нужна, нам процентный урон сейчас важен. У нас 48 милишки. У нас 7 брони, тем более я в реген не ухожу. Может, я не прав. Я не знаю, что. А еще каждый процент скорости это 1% урона. Это минус 11% урона. 11% урона это 11 урона. Это шоу на мыло. Я не могу сейчас процентные уроны терять, нельзя. Так, это по факту самое... Хера он похилился и этот моб хильнул, видимо. Который с косточкой. Все, пробили, найс. Не все оружие убивает мелких, которые спавнятся. Какой-то не убивает, это плохо. Дальность норм. И оно все-таки пришло. Вот каковы, говорю, шансы, что придет кресло одновременно с этим. С генератором энергии. Да твою ж мать. Из всех легендарок. Которые могли прийти, пришло именно оно. И вместе с помидором сразу же. Просто вместе с помидором. Какой посос? Я не буду его брать. Меч. Сколько металл-детектор уже отыграл материалов? 50. Он будет еще. Это можно взять. Победор без минусов? Не совсем правда.
Ну вообще, главный плюс помидора, что он больше не будет выпадать. Что в целом его можно было взять. Но я бы не сказал, что он без минусов. На самом деле, выйти там, когда враги сразу начинают вылезать... 8 регена, плюс это очень мало. Если я не супер собираюсь в реген идти, я хочу выходить в прохил с убийства критами. То есть мне нужны еще щупальца. Мне нужны еще 3 щупальца. И, скорее всего, вампирку. Интересно, ограничения по вампирке ваши атаки восстановят... А почему они не сделали так, что ограничения вампирки, что ваши атаки восстанавливают 10 из... Максимум 10 за секунду снимается на бесконечном режиме. Два помидорного с комбо ты не можешь 2 получить. Если. Скорость атаки или крит? Ну, какая-никакая, но скорость атаки... Вообще хп бы накачать себе немного, да? Треугольник силы пошли нахер. В бесконечный режим с треугольником силы выходить. О, кибершар, но... Он говорит, у меня перцем воняет в комнате. 17-я элитка тоже. Берем серебряную пулю. Что? Ладно, сейчас. Выключу. Заодно покушаю. Жесть. Я сегодня хлопешку взял, когда он у нее остро. Твою это мою? Я вернулся. А чё у меня с хп с этой печи? Половинка бургера? Где-то? Хорошо. Это скорость все же ради процентного урона, да? Ну... За рыцаря в бесконечный режим только через кузницу, я думаю. И все же через диван, скорее всего. Зэ. Через диван и банку регенерации. Знал, что не надо было, блин, брать все-таки урон, процентный урон от скорости. Очень ждал, а ради него брал динамит. Кроликов в бесконечный режим берем. Так, 17-я волна, это повар. То есть это минус повар, я забыл сказать. Правильно выразился. Интересно, как вот тут монстр ускоряет? Рандомного или... Видимо, рандомного. Я вначале думал, что того, кто рядом с ним стоит или через него проходит, там, например, через его модель. Что ж такое? Ну да, скорость бегает, и сейчас процентный урон. Броня еще.
Так, по-моему, у меня перебор уклонения. Но у меня не перебор крит шанса. Еще я теряю крит шанс, когда беру вот это, поэтому... Сумочка... Ноль. Ровно ноль. Чем на одноруком проходить? Я советую с взрывными пушками и желательно после того, как ты уже прошел за солдата в поисках ядерки. Чтобы найти ядерку и хотя бы ракетницу до нее, бери в начале шреддер. А, не-не-не-не, подожди. Ни в коем случае не бери в начале взрывное оружие и тот же шреддер. В начале всегда бери топор, который накачает тебе процентный урон. Вначале всегда бери топор призрачный. То есть на одноруком ты всегда начинаешь с призрачного топора, а потом находишь какой-нибудь эпик или лего и уже играешь оттуда с ней. Как мне бронина? 69% меньше. Как-то незаметно, если честно. Утилизатор всегда топ. Броня. Ну, один брони, конечно, маловато за этот. Ну, ладно, скорость минус удача. Отлично. Скорость или удача плюс удача. Ну, меч. Учитель Боб. Копилка, которая перестанет работать со следующего. Я опять в ноль вышел. Как так? Как это работает? Как это происходит? Очень мало макс хп, конечно. Вот бы этот желудок, который от фруктов накачивает здоровье. Но... уже довольно поздно даже для него. Или уже эти два металлодетектора 259. Ну, себя они, условно говоря, купили, но они себя купают еле-еле к последним волнам. Это такая дичь на самом деле. Пытка, вы не можете лечиться другим способом. Глаза пришельца полный отстой. У меня вообще столько хп нет. Подкладочка. Но минус скорость нет, честно говоря, не хочу подкладку брать. Что делать? Шанс на деревья. Так, а если их убить, кстати, волна же не заканчивается теперь, да? Ты можешь еще побить врагов, собирая при этом красную коробку. Что, либо кузница, либо риб. Да опять мама, да что ж такое-то? Да фигня он полная. Разбор. Худи, это скорость атаки, ладно. И еще крит-шанс дальности, это тоже сильно. Почему три леги выпало? Типа с рандомной коробки просто упало. Класс. Но у меня уклонение дофига. Нужно дальности чуть-чуть качнуть. Честно говоря, я, пожалуй, возьму чуть-чуть дальности. Ты еще успеешь себя купить? Да. Это, кстати, неплохое оружие.
Обычно нет. Скорость, дальность, да. И, наверное, скип. Блин. А, у меня копилки-то не работают, не работают. Но все равно 63 ролла, это очень дорого. Нужен 100% крит шанс сейчас, чтобы хиляться с двух щупалец, а у меня он 42 всего лишь. Брони дофига, но нечем подкрепить эту броню, у меня слишком мало здоровья. Он давал макс КП? Что-то типа плюс 8, по-моему, да? Может, все-таки надо было взять? Ха, урон минус брони, иди нафиг. Привратник слишком слабо. Уклонение — это скорость атаки. А, реген давал, точно. Ладно. Уклонение, 12 уклонения — это 12 скорости атаки, между прочим. Так, так-то. Взрывной урон, чтобы усилить неистовство. Можно. Вкладка. А я в прошлый раз ее не залочил или не взял? А, я ее не брал, потому что она скорость забирает. Так. Блин, медаль сильная, несмотря на то, что я крит урон стакаю. Крит шанс. Урон ближнего боя, дополнительный опыт. Почему мне раньше это не падало? У меня вообще дополнительного опыта в этом забеге что-то нету. Идет нафиг. Да, кибершары все вот, вот это вот очень сильно. Давайте. Что худи дает? Худи дает от каждой единицы твоего уклонения ты получаешь плюс 2% скорости атаки. А так как у рыцаря скорость атаки уменьшена в два раза, она дает один в один. То есть ты получаешь одно уклонение, дает одну единичку скорости атаки. Плюс я не обязан стоять на месте, чтобы уклонение сейчас работало на 60%. За счет того, что взял этот уклончик. Охренеть, меня укусил обычный чел. Четверть хп, это с нашим количеством брони на рыцаре. Ну, блин, 48 здоровья. Просто. Еще одно неистовство. Вау. Бонусный опыт. Вот он начал приходить к концу игры, блин. Я все еще возьму. Садик бесполезен. Эта штука нужна. Корона. Минус 6 сбора. Блин, он сейчас по 10% уменьшается с каждым разом, наверное, да? Гипербронированный призрак с дикой скоростью атаки, бега на стеклянная кошка. Радиус взрыва такой малюсенький. Очень нужны пластины. Да, похилить убийствами, спасибо. Враги почему-то тоже очень быстрые, по-моему. Может быть, мне кажется, из-за того, что я очень быстрый. Крит удар дальность. Так, можно еще крит удара, пожалуйста, спасибо.
60 взрывному урон на минус 15 всего. Не, звучит как ошибка. Это плюс 5 макс хп. Это шрам. Каждый левел это здоровье. Причина, почему я очень хочу, чтобы у меня левел быстрее шел. Но я на нем все равно беру крит шанс. Ладно, каждый сам, каждый левел. Кстати, левелы мне накачали 25 хп из моих 50. То есть я реально практически не брал предметов, которые дают здоровье. Там на 30, по-моему, 8 какое-то безумное дище с элитками, поэтому... Почти уверен, что я это не пройду. О, да. Ну, честно, не падали. Это да. Это да. Вот, кстати, макс хп. Реген брать не хочу. Крит шанс. Но минус единичка брони. Ух, у меня всего-то 23 брони. А чё так мало? Адреналин при уклонении и восстановлении хп. Да, конечно, если выживу. Критки-лах, хиляемся. И в уклонениях сейчас тоже начнем хиляться. Я, кстати, все еще стараюсь стоять на месте, потому что у меня есть эта штука с плюс броней. Ну, типа, я стараюсь под шагом ходить. А череген, в принципе, не любишь? Да не, люблю, но не в этой ситуации. 15 удачи, радиус минус скорость от нее. Это да. Это да. О, это однозначно, да. Ноль слонят. Может, хп пой... О, броня тоже хорошо. Минус 5 скорости. 3 брони, 5 макс хп. Панда только что спасла задницу. Ага. Наверное, не хочу минус скорость брать. Это все же процентный урон, поэтому следующая элитка на 27-й. Только элитки бывают или орды тоже вылезают иногда? Мир был намного сильнее. Ну, наверное. У него просто хп 250 плюс было. Как бы, не, у инженера, инженер начал сильно проседать по урону. Потому что инженере очень маленькие циферки доп. Урона дает. Сама по себе. Обычный дамаг стакается по формуле флетовая цифра плюс процентная цифра плюс крит шанс. Перемножить на крит шанс. Да? А инженерный стакается в каком соотношении? Инженерия плюс скорость атаки. Все, потому что инженер не умеет там крутовать, например. Скорость атаки, дальность. Но минус броня не звучит как отстой. Это мы, наверное, возьмем.
хотя бы инженерии. Блин, надо было распиливать. Медаль, минус крит шанс, скорость, кража жизни, плавник. 10% урона. Немножко вампирки. Наверное, не буду медаль в этот раз брать. Тебя не буду. СВ за минус уклон. Блин, это скорость атаки заберет, и нам прям надо. 9 уклона — это 9 скорости атаки, то есть лучше ее взять. Бандана, круто. Морда берсерка. У меня вообще регенерации не хватает. Ну, не регенерация, а вампирки не хватает. Типа я должен с критов хиляться. 40% шанс после добивочки. 40, наверное, мало. Мало того, что у меня крит шанс не 100%. Более того, кто-то умирает от взрывов, которые, возможно, не критуют. Брони мне тоже не хватает, я согласен. Свинка, которая все еще продолжает падать. Блин, крылья на самом деле сильно. Что нет. На самом деле здесь нужно леги уже искать, то есть... Здесь нет смысла в покупке чего-либо, кроме какой-нибудь кузницы. Я вот о чем думаю, что после когда шмотки начинают стоить слишком дорого, то есть после там 25-х волн, надо искать только леги и вкладываться только в них, потому что покупать обычные предметы — это... Ну и рероллы, конечно, жутко дорогие, конечно, тоже. Не, ну уже 30, неплохо. В принципе, рыцарь. А, рыцарь старается. Он старается. Лем воина. О, острый соус. Слишком мало расходников падает, чтобы этот взрыв имел хоть какое-то значение. Меч легендарок. Во, кстати, о поиске легендарок, да? Я точно его могу купить. Это плюс 50 флета и... Нет.
обогнали, блин. Говном. Походу, это Bullet Hell Rip. Ну, неплохо, неплохо. Тестировали рыцаря. Очень нужна кузница, без кузницы вообще жесть. Вот, наверное. А так, неплохо, рыцарь более-менее работает. Больно.